Мы с вами в самом центре Одессы, Вильна и Незалежна. Одесса, 26 мая 2017. Это Екатерининская площадь. И выходим. Выходим ли? Это еще вопрос. К Дюку и на Потемкинскую лестницу. Сегодня будет открытие. И одесситов приглашают посмотреть и поучаствовать вместе с нашим шоколадно-кондитерским гарантом на все это действие. Такс. Ну что ж, посмотрим, как нас встречают здесь. Да. Встречает хозяев города, одесситов и гостей города гостеприимно. Да, очень гостеприимно. Так, что-то это мне напоминает. Ага, ну это на Евровидении там какую-то недостойную высотку, для того, чтобы не портило вид и настроение европейцам, зрителям. Завесили какой-то брезентовой тряпкой стоимостью, как поговаривают злые языки, где-то 5 миллионов. Которая на второй, на третий день от ветра и дождя тут же пришла в негодность и висела, как использованный презерватив, создавая такой вид, который был еще хуже, чем если бы не весили ее вообще. Ну вот эта наша тряпочка, наверное, обошлась не меньшую сумму, если не большую. Прецедент-то уже был. Ну и пытаемся пройти